Доброе утро, Вьетнам. Короче, 8 часов утра. Турок храпит, блядь, как тепловоз. Спать невозможно. Так, бойцы, давайте, поднимайтесь. Надо жрать шашлыки. Потому что 4 килограмма мяса, значит, что было сделано вчера? Вчера разложен был лагерь. На палаточке все хорошо разбито. Сейчас мы снимем еще на Коламбус вот это вот. Там, где голубизна спит. Так. Ну, в общем, вот наше место. Тут вон патроны. Гильзы остались. В общем, короче, я вчера выкопал яму. Накидали ветками. Вот там у нас 4 килограмма мяса в майонезе. Рядовой вата. Выйти на построение. Так, где там у нас еще один человек? Еще один человек. Все. Ну пощими пока. Я сейчас тоже на самом деле пойду щемить, потому что состояние не ахти. Мы легли в 5:00, да? Ну, короче, вату подняли и заебись. Да, сейчас 8. Короче, вон, значит, бойцы турок и хардкоры, что-то они уже прогулятся по пляжу. В общем, вчера все это дело не... Ну, я вчера все это вкусил. На самом деле, офигенное место. Просто офигенно. Даже на карте отмечено как пляж. Просто он песочный пляж. Мы как будто где-то на море. 8 часов утра. Мы поспали, наверное, часа 3-4. Да. Я бойца вату разбудил. Как у Стаса, ёпта, Т-9. Я нечаянно назвал Ватиканом. Дядь Турок, ты умылся? Что ты не предупредил, я без лифчика, блин. А я пойду поснимаю. Так. Ну, в общем, ребята, офигенно просто. Песок. О. Вчера вечером я прогулялся. Вон коса слева. Это западный берег Ладоги. Народ везде отдыхает. Куча народа, просто куча. Карткорыч был 1.5 месяца назад, здесь никого не было. А сейчас он просто пипец. Вчера все в огнях. Дядь Турок уже умылся. О. В общем, короче, сейчас надо будет поспать по-любому. Потому что Турок храпит, как тепловоз. Но сейчас уже уснуть не удалось. Но сейчас они встали. Посмотрим, что у нас шашлыки не стухли. В общем, короче, ну реально, вот дюны. Просто офигенно. На. Тростничок. Ой, хорош. Ой. Блин, но вода холоднющая, твои жметь. Как они тут купаются, хрен знает. Ну, прозрачная он. Холодная, правда, пипец просто. Турок, надо прочекать шашлыки. Заявись, не лежат. На процесс употребления. Я решил немножко побегать, но я не предусмотрел, что там... Кусок вот этого полина, он очень сильно выступает. Да, дядя Вата, мы помним, да. Это было хорошо. We'll be right back.
приехали. Егорыч, передай привет предкам. Здорово, предки. Да. Ну все, и на боковую. Дядя Турок проспал весь день практически. За сутки он умудрился выжрать 3 бутылки водки в одну рожу, блядь. Сварить себе суп, который с 8 утра варился. Вот, до скольки, Егорыч? Часов 12 где-то. Варнинг Шева. Последний день походика. Последний день походика. Так. Спонсор нашего сегодняшнего показа, последнего дня походика. Водка Белая Сила, водка White Power. Водка Skinheads. Предыдущие несколько дней у нас вот спонсоры показа было вино, пивас и водка Зимняя Дорога. Будем тестировать тушеночку главпродукт, еще такая баночка есть, это хардкорчевская тушеночка. У Ватика тушеночка тоже главпродукт. В... Да, и по-прежнему, как, кстати, водочка? Но хуже Зимней Дороги, да? То есть не доверяем ей. И дороже стоит, блин. 350 рублей. Сколько? 350. Тогда придется допить, хули. Егорыч, на наш лагерь напали. Кто? Спиздили макароны с тушенкой. Вот суки. Пошли жрать. Заснял Егорыч? Да, Егорыч хороший мужик. Надо завтрак. Завтрак в 2 часа дня. Сорган, Турок сегодня не пропел, поэтому все спали долго. Это да, как бы. Леха вчера, мы пока-то с Турком сидели, пиво допивали. Да все, а потом я... Базарили, как бы. Леха успел уснуть с ватой. Да не, мы аккуратненько. Турок забудет, что надо типа открыть, блядь, и он так туда залетит, блядь. Егорыч. Покажи Точилова, Егорыч. Нормально. В принципе, у нас Точилова. Я больше всего опасался, что много мы взяли, короче. У нас еще есть 3 банки тушенки, еще макароны. Ну, в принципе, все просто. Оба! Как зонтик. Офигеть, вот эта тема. Полуавтоматическая, то есть Никита. Блин, я хочу автоматическую, чтобы сама раздувалась. А она можно, вот, вот такая фигня, но она, правда, будет как вот у тебя диаметром, как колесо, вот. На поджерике такой же толщины. И вот кнопку нажимаешь, она сама там есть, продается, блин. Но она тяжелая. Хуя. Ну-ка, Калаламбус. А этот внутренний тент, он прямо так пристегнут и там остается. Он да, он на этих там. Он пристегнут. И, соответственно, когда он расстегивается, точно так же он тянется вверх, и она автоматически раскладывается. Крутяк. Не, ну а так-то. А времени так же, как собирать. Не, ну так она, конечно, компактная, но. Блин, мало в ней места, блин, там на одного чисто. Это здесь, не для алкоголиков, блядь, потому что палатка, блядь. Понял. Потому что, ну, типа, если бы на Ватину палку ты бы упал, блядь, то, возможно, был бы нанесен дэмидж. А,
Видишь, два человека лежит. Да, нет, я... 200, вот, 200... запакованы. 90 на 16 вот, и на 16. Вот разложено. А есть... Ну, это то, что она полуавтоматическая. Обычно 60. То есть, короче, сумка вот такая получается. Ну, на намоте, как бы, чтобы удобнее возить. Ну, там придется самому, как бы, ее раскладывать. Прощаемся в метро, откуда я его забирал, сюда его и высаживал. Ну а нам еще предстоит разгрузка всего экипа. Ну все, братан, давай. Давай, до следующего, в сентябре следующий выезд. Только... Вот так отдают. Все, давай. Давай, братан, завтра встречаемся в TeamSpeak, завтра рубимся. Ну, там, да, завтра. А, сумку. Ёпта, не, сумку. Блять, надо было... Так, ладно, водка, огурцы у тебя с собой есть, сейчас ёбнешь. Ну все, давай. Давай, ладно, я еще не завтра. Давай, брат, давай. Все, короче, поехали. К дому, блин, 8 часов, а сколько мы нам... Опять ночью ляжем спать. Там воду, блять, как-то сать.